Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Так, Саша Миникрафт мне прислал две карточки на моего Грома, спасибо ему большое. Так, здесь у нас... Сколько денег? 638 монет у меня всего лишь, мало. Так, это я обязательно получу за кадром. Сундук тоже получим, монетки и кристаллы. Так, а у меня сундук есть? Есть, два сундучка, пока мы поставим их на открытие. Ну что, сегодня я хочу добраться до 110-й миссии. Надеюсь, у нас это получится. Так, ёк-макарёк, вот это да. Ну и дали мне противников. Так, Гром, вот этот вот меня нервирует. Как мы будем с ним поступать? Кто мне скажет? Как мне его... Он будет, естественно, ребята, бросать свои фаерболы. Можно сменить? Давай сменим. Но это еще куда ни шло. Поехали. Гром у него. Все равно, ребята, мои противники почему-то выше меня по уровню. Как ни крути, но у него яд есть. 4 уровня. То есть мне будет здесь плохо. Особенно будет вот этим вот. Которые самые простенькие. Пиратка, С и тому подобное. Вот именно им будет сложновато, ребята. Так, давай. Ну? Получается? Вроде как получается. О, друзья мои, он вызвал Грома. Он вызвал Грома. И это плохо. Знаешь, чем это плохо? Вот смотри. Именно этим. Именно этим, ребята, и плохо. Так, он, значит, позвал стрелка, да? Ой-ой-ой. Да, этого... Ага, по пиратке не попал. Блин, ну, ребята, радоваться рано. Ну, он опять вызвал, да? Слушай, мне нужно пламя. Да бомби ты этого Грома там можно как можно быстрее. Мне пламя нужно, ребят. Мне нужно пламя. Так, он как раз двух стрелков позвал, да? Это наш шанс. Эх! Нет у нас шансов. Сейчас, ребята, пламя. Сейчас пламя отойдет, и все, и мы с тобой. По идее, поджарить должны. Да, но здесь вот, конечно, меня забомбил. О, он еще яд поставил. Тут фейл. Ну, он думает, что он здесь выиграет. Да вот фиг ему. Сейчас мы с тобой немножко переделаем команду. Чуть-чуть буквально подправим, и все. Сейчас, секунду. Здесь мы сделаем следующим образом. Кстати, можно этого прокачать, парнишку. И еще даже могу. Ну-ка, точно могу, ребят. Но 6 уровень это пока никуда не годится. Пламя, да? Значит, у нас есть с тобой пламя и вместо... Можно взять ракетчика. Можно. Ну, а можно взять и молнию. Попробуем вот такой командой. Раз у тебя яд, раз у тебя вот такая вот вся штука, мы будем с тобой драться тогда вот с помощью заклинашек. Угу. Естественно, ребята, естественно. Так, он отравленный, все хорошо. А вот, ребята, и Гром бежит. Так, давай. Ну, это понятное дело. Яд сразу применил, да? Ну что же. Яд так яд.
Где там твой стрелок? Я же знаю, что его выставишь. А вот и стрелочек. Даже не будем тратить на него. Пошли, 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 родной мой, пошли. Так, ну он отравленный, он. Вот это вот, конечно, не есть хорошо, что вы там кучей побежали так на него. У него, кстати, тоже яд. Ты бросай бомбу, ты... Ай, дурила, яд. Ребята, а что вы хотели? Что вы ожидали? Другого что-то? Так, пламя. Ну, гром. Погнали. Ага, сработал мой план действий. Давай, гром, бросай. Ты смотри, что творит, а? Не тут-то было, да? Че, пора его прижучивать, я так понимаю. Вот и все, ребята, вот и доигрался паренечек, по ходу дела. Хе-хе-хе. Все, фиаско. Фух. Разгромили моего. Сундук. Так, 20 монет. Опыт. И... Сарашип. Не буду умножать, поехали. Переходим на 103-ю миссию. Так, смотрим, друзья мои. Здесь у него... Ага. Опять же гром, молнии. Так, ну здесь стрелков я не вижу. Так что можно заменить вот эту карту. Молния нам здесь уже не понадобится. И возвращаем обратно кого? Так, у него там... Блин, у него карта такая противная есть. Это ассасинка. Против ассасинки нужно кого-то выставить. Хм. Может быть, стрелка? Кого нам выставить против ассасинки? Вот что меня сейчас интересует. Давай попробуем, наверное, взять шамана. Ух, не знаю, ребята, что сейчас получится. Так, у него тоже пиратка есть. Я смотрю. Блин, вот эта ассасинка. Ее нельзя допускать к нашему, друзьям и главному персонажу. Ну давай ты быстрее со своими пробирками, блин. Так, этот сейчас... А как он... Стоп, 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 стоп. Он вызвал грома. Так, сейчас мы их соединим. Вот так вот. Твою, блин. Отдуплись. Так, он потратил, да? Энергию потратил. Ай-яй-яй-яй-яй. То, что мы отравили, это, конечно, хорошо, ребят. А вон у нас и убийца бежит. Вот только добежит ли убийца? Да, добежала. Но мы ее тут же подбили. Все, Паду упал. Моя тактика здесь сработала, друзья. Ух ты, вот это надо обязательно приумножить. Опыт и грута.
умножаем. Ну что, я думаю, на вырученные деньги нам нужно с тобой немножко прокачать. Только вот кого? Слушай, в принципе, можно Сарушип, хотя подожди секунду. Лечилку. Кстати, как вариант. 685. Количество исцеления. Хм. Этого, наверное, еще прокачаем. Так. И Скорпиона. Так, он получает 13-й, 14-й уровень. Слушай, ну он по здоровью уже действительно как танк. 3219 хп. Для него это очень солидно. Так, ну что, давай посмотрим, кто у нас там следующий идет. Так-с, ага. Орочья команда. Орочья команда. Плюс стрелок. Ну ладно, пламя у нас есть, если что. А, у него тоже пламя из 5 уровня. Ладно. Блин, вот это, конечно, немножко меня пугает. Это же она идет с этими, с кастетами, да? По-моему, ага. Именно она. Шаман, ну не подходи так близко. Ну вот, блин. Есть контакт. Сразу одной волной убили двоих. И это круто, ребят. Давай пиратку. Блин. Шаман, шаман, шаман мне нужен. Так, он контролирует, ребята. Есть контакт. А все, тут ему крышка. Быстрая довольно-таки победа, естественно, за счет пиратки. 22 монеты. Так, опыт. Скорпион. Барнбласт. Охотница. Йок, Макарёк, неужели мне досталась фея? Новый персонаж. Ну, ребята, я вам скажу, что она специфический персонаж. Потом почитаем про нее. И Рам. Ну, это та самая черепаха. Так, умножать я ничего здесь не буду. Пойдем так, напрямки. Смотри. Показываю тебе фею, которую только что получили. Вот. Ее функция, смотри внимательно, телепортируется над первым встречным противником. Понимаешь, короче, вот бежит волна, да? Вот здесь, например, наш персонаж идет первым. Она перелетает через первого противника. Например, идет танк. Она перелетает через танка и бомбит уже, кто будет за танком. Но так как у нее очень мало здоровья и не особо хорошая атака, ее быстро валят. В общем, ее практически нигде не используют. Есть фея эпическая, вот та да, а это, ну, так себе. Ну что, друзья мои, кто у нас там из противников? Ух ты, смотри, у него, короче, все на скорость. Сделано плюс дальний контроль. Все на скорость и дальний контроль. То есть пламя, по идее, здесь надо бы поменять, потому что здесь два скоростных. Но у нас есть шаман. Слушай, давай попробуем. Единственное, что меня, конечно, вот этот вот ракетчик немножко будет напрягать. Но мы можем его, в принципе, пламенем поджечь. Или надо было брать стрелка. Во-во-во-во-во, погоди, погоди, погоди. Ну, подбили. Так, секунду, что-то пошло не так, как я хотел, не так, как я планировал. Ты этому удивлен? Я почему-то нет. Давай, 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 давай. Это плохо, ребята. Блин, я так и думал, что он все-таки на скорость. Надо было молнию, ребята, брать. Разобрали. Ну, гаденыш, ну держись, а. Так, продолжить, конечно, продолжить. Значит, вот так ты не хочешь по-хорошему, да? Шамана, видишь, он уничтожил мне шамана этой молнией.
Так, сейчас, секунду. Сарушип можно взять. Дешево будет и сердито. Но все-таки лучше молнию. Или же... Да, лучше молнию. Еще и прокачать не хватает. Ну что, давай проверим. Надеюсь, ребята, все получится. А, две молнии. А, у него еще яд есть. Вот оно что, у него яд, оказывается, и молния. Так, ну, ждем, когда он будет это все дело применять. А он применять будет. Вот, видишь? Применяет. Так, где мои молнии? А вот, ребята, и ракетчика он позвал. Но у меня есть... У него сейчас яд еще будет, не забывай об этом. Так, мне нужно пламя. Ну что ж, яд. Ждем, когда он... Вот, ребята, он применил едок. Так. Пошел, Гром, пошел. Еще пираточку. Так, ждем, когда он будет применять, ребята, молнии. Сейчас вот где-то здесь. Вот, видишь? Но грома ты не возьмешь молниями. Так что... Все, фейл. Пошел ты отсюда. Вот так вот, ребята. Нашли лазеечку, да? Так, монетки, опыт и... Гроза. А умножать нам не дают. Так, друзья мои, 106-я миссия. Смотрим. Опять все на скорость. Сарашип, пламя, ракеты. Погнали. Тут главное успеть, ребята, вызвать грома. И контролировать все, естественно, молниями и все тому подобное. Так, гром, мне нужен гром. Так, пускай бросает свою бомбу. Так, отлично. Он тоже вызвал грома, понял? Поэтому мы его поджариваем. И молнию. Как-то так. Все, погнали. Теперь пиратка, естественно. Как же без пиратки? Ага. Еще творит. Ну, нам же опять нужна будет пиратка. Все, тут он, ребята, поплыл. Мы его прижучили, и, соответственно, он сдается. Как-то так. Сундук. Так, деньги, опыт. Сарашип. Спартакус. А вот это, ребята, вот эта карта стоящая. Объясню тебе почему. Во-первых, друзья мои, после своей смерти он превращается в статую. Сейчас посмотрим. Смотри, где она у нас. Я, если честно, не думал, что мне выпадет эта карта когда-нибудь. Но, видишь, фартануло. Это особые. Так, посмертный призыв. Призывает специального помощника после смерти. То есть, свою статую, грубо говоря. Но первого уровня. А что на девятом он делает? Повышает регенерацию ХП дружественных героев. Оу. Слушай, ну как вариантик, можно его взять на пробу. Только вот вместо кого? Он же у нас идет боец. Против танков заходит на ура. Слушай, пока, наверное, мы его оставим здесь. Или все-таки возьмем на пробу, а? Боец. Давай вместо молнии. Так, давай посмотрим, кто у нас тут будет. Ага, смотри. Как раз вот против таких танков
этот чувак и подходит. Так, у него шаман плюс... Блин. Тут серьезные противники против меня будут сейчас. У меня как бы хоть и скоростные, но здесь очень много танков. Плюс гром 15 уровня и, естественно, моряк. Ну что, попробуем? Хочу посмотреть, насколько хорошо мы здесь будем справляться. Да ну нафиг. Пиратка, давай. Ох, жучара, ты смотри, что творит. Твою налево, а? Что-то мне не особо нравится, как тут у нас идут дела, ребята. Так, секунду, давай тоже вызовем грома тогда. Так, смотрим, 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 что у нас тут произойдет. Оу, как же плохо. Шамана еще позвал, да? Он еще позвал сюда шамана. Блин, первый уровень, конечно, не канает. Не, ребята, тут что-то не особо хорошо получается у нас. Да ты запарил своими молниями, гаденыш, блин. Так, нам нужен срочно тогда огонь. Пламя, мне дадут сегодня пламя, блин? Замочил, задавил меня, ребята. Так, в общем, чтобы контролировать вот этих вот шаманов, нам понадобится с тобой. А что нам понадобится с тобой? Ну-ка, давай посмотрим. Так, скоростники здесь как бы не особо заходят нам, да? Значит так. Возьмем стрелка. Возьмем молнию. Хотя, подожди, нет, шамана возьмем. Вот сюда, чтобы издалека контролировать. И, наверное, хил, да? Или что лучше сделать? Если мы возьмем этого пирата. Нет, пирата не хочу. Пирата я не хочу. Но S нам здесь явно не пригодится. Что тогда мы будем делать с тобой? Брать скорпиона? А прокачать его можно? Нет. Да господи, выбирайся. Ну чё, как-то вот так вот. Поехали, ребята, попробуем. Пламя у нас нету слишком быстрых, поэтому молния его здесь, в принципе, не должна быть эффективной. Но все, как говорится, покажет время. Все покажет время, ребята. Нет, пламя пока не надо. А еще творит. Вот таким вот образом, потихоньку он. Так, шаман мне нужен. Мне нужен здесь шаман, друзья мои. И ракетчик. И опять же танк. Без него нам, ну, никуда. Плюс стрелок. Вот и все. А вот и доигрался. Все великолепно, друзья мои. Я бы даже сказал, идеально. Это тебе не поможет, парень, можешь не волноваться. Все. Выиграли. 20 монет. Так, это опыт, это все понятно. Здесь у нас скорпиончик. Плюс гром. Механик. И черная борода. Ну, так себе награда.
Так, ну что, ребята, двигаемся дальше, смотрим. 108-я миссия. Опа, это еще кто такой? Лепрекон. Скорость передвижения быстро. Что он делает? Атаки поражает всех врагов в радиусе действия. Повышает регенерацию ХП дружественных отрядов. Иногда становится неуязвимым. Здоровье 200, атака 165. Ух ты, а это еще кто? Быстрое передвижение, очень быстрое. Первый противник убегает в страхе. Скорость атаки увеличивается на 100% до максимального значения. Так, значит, здесь на скорость. У него нету, ребята, магии. Заклинаний вообще никаких нет. Значит, мы с тобой берем вместо огня. Вместо огня мы с тобой берем молнию. Раз у него очень много таких слабеньких, то молния здесь будет лучше. Плюс нам придется заменить с тобой некоторых бойцов. Нам придется вернуть Эза. И нам придется с тобой взять... Слушай, вместо стрелка кого нам взять? Пиратка, конечно же. Че я тут думаю? Все. Такая вот команда должна у нас, ребята, в принципе, выиграть. Но, правда, я не встречался с Лепреконом и вот с этой смертушкой. Поэтому я не знаю, что они будут из себя представлять. Сейчас проверим. Угу, начинается, короче. Эй-эй-эй-эй-эй, парень хорош. Так, ты беги давай быстрее. Ой, сейчас двоих подобьет. Ну что ты, блин, а? Так, Эс убегает в страхе, да, там, по-моему, говорили. Да ну. Как меня бесит вот этот гром, а? Не могу прям. Да потому что я тоже тупанул. Надо было вызывать, блин, шамана и все. Ладно, пускай проигрываем, короче, мы здесь. Да, моя ошибка здесь была. Моя, ребята, стопроцентная. Ладно, переиграем. Вот это вот меня бесит. Эпическая карта. Смертушка чертова, а? Давай вот так вот начнем. Да ну! Ага. Допустим. Так, а вот теперь нам нужно с тобой... Вот так вот сделать. Так, а теперь, друзья мои, шаман. Ну-ка, проверим. Да, блин, грома подбили. Ну как так-то? Да-да-да-да-да, конечно-конечно, Гром, сдохни. Вот и все. Фух, повезло. Так, это умножаем. Двойной кинжал. Кристаллический портал. Мургл. Вот это я понимаю, ребята, новая карта у нас появляется. 109-я миссия. Подожди секунду, у нас с тобой есть финансы. Мургл. Вот это, ребята, тоже неплохая карта. Смотрим. Здоровье 400, атака 266. Скорость атаки нормальная, скорость передвижения быстрая. Призывает специального помощника после смерти. Да ты что? Я не знал, что он кого-то может призывать после смерти. Опа, блин, 200. А у меня всего 20. Я бы, конечно, взял бы с удовольствием бы карту пиратки. Ну что, это я все потом за кадром, ребята, сделаю. Так, давай смотреть, что у нас за противник. Так, опять гром, шаман, молния. Так, друзья мои, ну здесь...
Так, у него на дальнюю, да? Получается, всю атаку сделано. Ладно, давай попробуем. Ракету эту, наверное, мы, наверное, не сможем подбить. Хотя стрелка... Проверим сейчас. Тут, понятное дело, нужно будет брать стрелка сразу же. Он будет вызывать гром. Я нисколечко не удивлен, что он вызвал именно грома. Поэтому... Шаман! Ну, это уже, ребята... Вредительство. Давай вызовем тоже грома тогда. Смотри, что творит. Типа все рассчитал, да? Ты запарил, а? Немножко, ребята, потерял я инициативу, скажем так. Да куда же так близко-то подходишь? Ну, ракета, ну куда? Он опять вызвал грома. И они сейчас подбегут, как два верных друга, блин. Смотри, что творит, а? Ты запарил, блин, стрелок вшивый. Не, ребята, одной заклинашки мало. Ладно, сдаемся, короче. Не подбить. Нужна молния. Нужна молния. Или еще что-нибудь. Потому что он меня сейчас просто не пропустит к себе. Вот и все. Ой, еще не туда и молнию влепили. Ага. Ладно. Раз не хочет по-хорошему, будем, друзья мои, по-плохому. Молния у нас есть. Так, и берем с тобой тогда еще пламя. Пламя возьмем вместо... Вот сюда. Да? Ну да, в принципе. Я думаю, этого нам хватит. Ну что, теперь погнали. Посмотрим, что он скажет на... А, блин, ну да, в принципе, мы его забомбим. Все тут у нас будет под контролем сейчас. По идее, должно быть, ребята, под контролем. Естественно, он вызывает грома. Понятное дело. Мы вызываем шамана. Блин, вот, опять та же самая, ребята, фигня. Так, у него должен быть стрелок сейчас появиться, насколько я помню. Вот таким вот образом. Теперь вызываем тоже грома, и у нас есть... Друзья мои. Давай-давай-давай, вдвоем. Вот так вот. Прям как надо попали. Что он там хочет? Грома вызывает. Все, я тебя понял. Мы вызовем тогда шамана. Вызовем шамана и танка. Ёк-макарёк. Да чтоб тебе, ты запарил, а? Кусок говна, как ты делаешь это? Ты запарил, а? Так, отравление, отравление, есть контакт. Ну что, вызываем тоже грома. Пускай там бомбит. Сейчас мы их вдвоем поджарим здесь. В плане, почему я не попал по всем, блин? Нет, ребят, как это фигня, блин, получается. Это получается фигня. Офигеть, у меня две энергии. Огонь и пламя, и я не мог справиться с ними. Значит, здесь пиратка не нужна. Вот здесь она вообще не актуальна. Давай менять тогда ее на кого только.
На кого нам поменять пиратку? Вот, блин, слишком дорого стоит. Вот так, что ли? Ну, давай попробуем так. Будем драться его же оружием. Так, у него, ну, понятно, здесь... А, у него сильнее там. Чуть-чуть, ребят, сильнее. Но это ничего страшного. Давай вызываем ракетчика. Он, естественно, вызывает гром. Мы тоже вызываем с тобой грома. И что? Блин, подожди, наверное, вот так вот лучше сделать. Ты не охренел ли, блин? Петушера, блин. Где мой, блин, шаман? Так, пока он будет атаковать, мы тоже с тобой вызовем ракетчика. Вот так вот. Пока ракетчик, нам нужен еще, ребята, один гром. Так, потихоньку, ребята, потихоньку их смещаем. Ух, хорошо-то как, неужели? Неужели приплющили? Ну, уничтожил он не шамана, ну и что? Такой довольный и думает, что все ему можно. Нет. Ничего тебе нельзя. Все, сразу запел по-другому, посмотри. Как-то так, ребята. Всю статистику нам портила здесь пиратка. Потому что ее быстро здесь запинули. Так, деньги, опыт. Наездник на медведи, Сарашип, фея и Грута. Так, ребят, последний поединок у нас остается. 110-я миссия. Смотрим, кто здесь. Травница, Сарашип. У него есть молния. Слушай, ну в принципе, вот этой командой... Подожди, у него танки. Два танка. Два танка... Он будет захиливать, я понял. Я понял, что он здесь хочет сделать. Он будет хиляться с помощью травницы, да? Но я ему этого не позволю. А вот Сарашип, да, Сарашип будет меня немножко напрягать. Во-во-во-во, смотри, что он творит. Так, нам здесь понадобится еще вот такой вот бомбардир. Так, этого сейчас мы с тобой поджарим. Я не понял. Сарашип бежит. Сейчас мы их всех накроем, ребят. Травница, а ты не прифигел ли там, а? Гром. Хотя зачем нам гром? Нам нужен шаман. И ракетчик. Что там происходит, не пойму. Гром гремит, земля трясется, да? Сейчас этот стрелок достреляется, поверь мне. Сейчас я до него доберусь. Да, конечно. На, нафиг. Получил свое. Ракетчик, выходим. Давай, 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 эту Сарашип. Заколебал, а? Своими стрелками вшивыми. Так, опять травницу позвал, да? Ну ладно, пускай будет травница, а мы шамана позовем. И грома. Сейчас, ребята, вызывать будем грома. Ну что,
Я смотрю, ему не очень хорошо, ребята. Ох, да, тут, конечно. Но все равно это ему не поможет. А может быть, поможет. Нет, не поможет. Все, друзья мои, мы его прижучили. Серьезно, да, серьезно. Он еще в чем-то тут сомневается, прикинь. Он, друзья мои, усомниться решил. Ракетчик, выходим. Еще давай танка позовем. Ну вот и все. Друзья мои, мы этот уровень прошли. Так, монетки, опыт. Наездник на медведи и С. Погоди секундочку. А главный сундук-то мы с тобой забрали? Главный сундук. А, это и был главный сундук. Понял. Так, ну что, друзья мои, прокачаем молнию с вами, да, до 14 уровня. И... Скорпиона, может быть, качнуть. Нет, вот кто нам нужен. Да, С. И можно, в принципе, хотя не стоит. Пока не стоит, друзья мои. Остальное все оставим, как у нас есть. Ну, Скорпиона еще, наверное, вот его стоит прокачать. Все, ребята. Ну что, в следующей серии попробуем с тобой пробиться до 120 миссии. Надеюсь, у нас получится. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!